Принцесс Коннект, Редайв и седьмой эпизод. Ой. Тише. Побудь тише. Кажется, у нас непредвиденная ситуация. Возможно, будет бой. Гости, вы бы лучше эвакуировались. Опять попыталась, но... Похоже, гильдия закрыта. Ну, в смысле, в барьере каком-нибудь. Если не осторожно двинемся, станем целями. Ой, в чем ты? Но враг, короче. Мы вообще-то довольно мирные. Кто это может быть, интересно? Не было обычного падения никогда. Но... Я слышу шаги. Кто-то идет напрямую. Ну что ж, я готова нападать. Эй, эй, стой, стой, стой. Это я. Не нападай. Все же меня отпустили на час отпуска, так что я с вами. Отлично, Crazy Mauer. Тогда где-нибудь в 11... Там час 40, по-моему, фильм идет, да? Так что в 11 тогда. О, Макото, не путай меня. Я уж приготовилась там что-то карате какое-то вязать. А, хорошо. Что вы так хорошо готовы встречать неприятеля? Хотя обычно балду пинаешь. Враги? Ты о ком? Мы вообще ни хрена не понимаем. У нас... У меня нет времени все объяснять. Короче. Это все из-за меня, простите. Короче, она накосячила где-то. Что ты имеешь в виду? Ну вот так, мудак. Я ни хрена не понимаю. Но прости. Ну, короче говоря, она, видимо, о том, что всю вину на одного не сбрасываем. Если ты виновата, значит, это вся наша ответственность. Так что все вместе будем с этим разбираться. Насколько возможно, прошу, просвети нас. О. Короче, Окто стал странным. Заднюю часть всей этой движухи, ну типа какую-то тайную часть нашла, открыла, он открыл. Видимо, Окто сэмпай. Конечно. Муйми его цель. Но также есть еще одна вещь, который, видимо, не рассказал. Слишком большая... Короче, слишком много усилий для того, чтобы схватить одну девочку. Типа, взрывчатка, куча народу. Нужно было бы по такой подготовке догадаться, что тут дело нечистое.
Я до этого... Черт, еще раз. Такие, как я, до этого связи увеличивали силу. Черт, я понимаю отдельную, почти всю фразу понимаю, но не могу связать в осмысленную. Черт. Все. Короче, кто-то сзади, ну, манипулирует всем. Есть серый кардинал, короче, в этой операции. Окто, кто-то пользуется. И, видимо, этот дурак. Это атака на повозку была невероятно опасной. Ну, в плане, как бы, слишком много, опять же, усилий она к этому ведет, я так понимаю. Слишком жестких. Короче, очень опасная ситуация. Меня подставили. Кто? Этот серый кардинал. Кристина, это... Извините, что так поздно появилась. Приветствую вас. Она сломала стену и ворвалась. Зачем так... Ну, короче, Хаде... Ну... Блин, как бы по-русски это слово перевести? Ну, с размахом, типа, на пафосе. Ну, в таком духе, я думаю, вы понимаете. А... Да, для приветствия. Ну, короче, для приличия поприветствуюсь, рыцарь там типа как-никак. Запомните мое имя. Кристина Морган. Кристина Морган. Найтмэр. Сильная, красивая вице-капитан. А, стоп, она служит там же, где и Джун, да? То есть Джун главная, она типа второстепенная. Вице, да, это там же. Этой ночью... Короче, животину, которая разгулялась, я пришла ее усмирить, имея в виду, видимо, эту гильдию. Так. Кого из вас поколотить? Можете сами выбирать очередность, я так понимаю. Ты что, ворвалась сюда? Хочешь развивать войну с нами? Блонда со шпагой, мелочь со щитом. Мелочь со щитом точно не помню. А что за блонда со шпагой? А, это которая трешка мне выпала, и которая вы сказали, что она не очень и качать не стоит, да? Ага, окей. Со щитом вроде у меня нету никого. Я вообще не знал, что здесь есть персонажи со щитом как оружием. Сюда Жун двухручник. Если вы хотите драться, я вам ее дам. Давай, нападай. Так, так, тихо, тихо. Подожди, Макото. Это ей только на руку будет. Правда. Война нам, типа, не нужна. Ну, в любом случае, типа, персонажа со щитом я что-то не припомню. Не останавливай меня, принцесса. Она не хочет разговаривать. Ярки ман-ман, ты кто-то? Я рада,
Типа она очень хочет, если либо они нас, либо мы их. А ты это... резвая собачка. Хочешь умереть первой? Эй, типа не наглей. Если хочешь меня убить, давай попробуй. Эй, не нужно не агрессивничай. Макото. Чё ты так быстро вскипаешь? Ну, кровь вскипает. Это... Кристина. Я мастер этой гильдии. Выслушаю, что вы хотите. Какие ваши требования? Как разбойник рваться? Это типа не очень вежливо. Даже если вы Найтмэры. Типа приближенно к королю гильдия. Есть вещи, которые недозволительные. Хорошая храбрость. Ну, скорее, дух. Решимость. Меня не боишься? Не совсем понял, но, видимо, она, типа, много болтаешь, типа... Видимо, она считает, короче, их преступниками и считает, что они виноваты. Поэтому и обращается с ними так специфично. Как вы и сказала, мы приближены к королю. Справедливость мы. Ну да. Бесполезно, принцесса. Переговоры не та стадия. Нас подставили. Эй, ты там, Мэйда. Проблема была в том, что мы атаковали ту повозку, вроде, видимо. Что-то я виновата. Простите. Не, ты не виновата. Но... Что? Проблема в гильдии? Ее гильдии или... Да, ты в Принцесс Найт... Ну, вот этих, да, в гильдии Принцесс Найт... Да. Ну да, короче. Я в ней нахожусь. А, там, видимо, связь каких-то двух гильдий. Принцесс Найт и кого-то там еще. Я не до конца их всех помню, поэтому... Типа, особой связи между ними нет, по факту, как она говорит. Неважно, как там на самом деле, но проблема в том, что эта повозка была атакована... Уже сложно. Так. Типа вот эта их гильдия, она гильдия зверей. Ты это знаешь. И... Короче, Принцесс Найт и вот эти хрены в плохих отношениях издревле были всегда, и постоянно были какие-то мелкие стычки. Если честно, было... Типа, да, было достаточно лишь искры для того, чтобы вспухнула, видимо, ну, более серьезная война. И вот оно случилось. Атака на эту повозку. Ну, типа, спланировал кто-то, чтобы они начали друзаться. Кстати, есть тут кто шарит за принцесс? В чате.
Давай. Тут есть система гильдий, если можно так выразиться, вертикальная. То есть, вот есть гильдия, и эти две гильдии подчиняются какой-то верхней гильдии. Princess Connector Dive. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Потому что по ощущениям о том, что сейчас они говорят, вот она говорит про это Добусу, да, типа, видимо, эти какие-то животные, да? И я так понимаю, она относит вот к этим челикам свою гильдию. Если по-другому говорить... Типа, я начала войну. Но я была на этой повозке абсолютно случайно. Вы же вообще не на меня атаковали. Да, именно так. Но такую ситуацию специально создали. Они ждали повода для войны. Типа, атака на эту повозку — это заговор. И поэтому, видимо, Найтмэры пришли на нас. Я не читаю, я воспринимаю на слух. Если по факту, справедливость на их стороне. Ага, гильдии выступают под знаменем Princess Knight, знамя короля. И расы людей. Звери же, знамя полулюдей. То есть Princess Knight — это не гильдия, да, это объединение крупнейшее, гильдия человеческих. Ваша популярность растет. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Ага. Сложно. Ну, я понял, окей, суть я понял, и я, в принципе, даже угадал, в чем суть. Меню от этого читать не проще, а то, что на слух воспринимаешь что-то. Благо, хотя бы сюжет могу воспринимать. Поэтому советы все равно нужны. Именно так. Даже хочется себя обнять и, типа, ну, как, знаете, собачку. Хорошая, хорошая собачка. Но... Типа, не важно, что случилось. Мы просто воспользуемся удобным этим предлогом, который Окт устроил. Если просто... Мне просто надоела мирная жизнь. Хочу войны. Я текст ГГ, который появляется, скриню и отправляю в переводчик. И приблизительно там перевод есть. Так, все легко пошло по плану. Даже как-то расслабляет. Ну, там это дословно пытался перевести, там чуть-чуть другой смысл. Реквест Blue Emu сейчас. Ссылка удалена. Видосы. Ссылка удалена. Ага, спасибо за донат, Лилия, с сердечком. Так. Это какой-то отдельный эпизод Red vs. Blue, вижу. Так, а видосы это что такое?
это, видимо, я понял, это, короче, файты человечков. Понял, ну, закончим сначала с битвами, которые сравнивают персонажи, потом и это буду ставить примерно так же. А Red vs. Blue, ну... Я не очень, правда, понял все-таки, что это. Почему-то так отдельно решил заказать. Ну, разберемся с этим еще. Это мюзикл. Ага, понятно. Это прям судьба. Сдайтесь и примите обстоятельства. Давайте же повеселимся. Ха, с живым Чёрчем. И со старой графикой, как старые добрые. Если не хотите, я не против. Я просто вас перережу. Давайте, союзники Найтмэра. Ну, она просто в поэтических выражениях изъявляет желание сражаться и радуется тому, что мирное закончилось время. Ну, типа, повеселимся. Кстати, а Кристину часто мне... Блин, честно. Да, реально Магико. Маджикон ее озвучивает. Я думаю, что же я так флешбеки ловлю с этих. Ха-ха-ха-ха-ха. Это один из главных центральных злодеев всей франшизы Нептунии. Переходящий из одной части в другую. Вот. Ай. Те файты, кстати, закончились. Нет, еще не закончились. Мы далеко не все отсмотрели. Там еще видосы были. Господин, отступаем сюда. Сейчас начнется бой. И мы особо будем бесполезны. Как же так все обернулось. Типа все будет в порядке, видимо, он говорит. На чем вы это основываетесь? Господин, вы иногда слишком легкомысленные. Ну, типа это иногда, конечно, можно положиться. Но не думаю, что эта ситуация такая оптимистическая. О, битва. Ничего себе. Оп.
Фига, что это такое? Это ее скилл какой-то? Хора-хора, да что? Что-то ваша энергичность кончилась. Вы устали? Давайте, повеселите меня еще. Подеремся на грани жизни и смерти, чтобы почувствовать себя живыми. Конечно, если меня разочаровать, хотя бы... Что-то про разделку она говорит, что ли? В смысле, пустить вам кровь, типа срезать что-то, ну ладно, ну в таком все духе. У вас есть какие-то супер приемы, давайте показывайте мне их быстрее. Обнаглела совсем уже. Пришла на нашу территорию и начала тут буянить. Хорош, типа. Макото, не бросайся в одиночку. Типа, я создам возможность себе для удара. Эй-эй. План рассказывает вслух. Я это типа не одобряю. Ну, типа передо мной, чё, вы чё, дурачки. Я все слышу. Я слышал, что вы у зверей типа боевая гильдия. Какое же разочарование. Ну типа у вас нету там... Типа у вас нет ни дисциплины, ни тактики, ни плана, ни собор. Ну типа вы хреново деретесь, не в плане... То есть вы деретесь, как он сказал, в уличной драке. То есть просто нападайте и... в тупую. И типа против рыцаря, подготовленного настоящего вояки, у вас нет шанса. А мы, блин, вместе с Макото и не можем. Но очень странное чувство. Типа странно, что я вообще не могу коснуться ни руками, ни ногами. Странное ощущение. Слишком это неестественно. Сейчас уже сложнее. Атаки по ней невозможны, а ее атаки попадут всегда. Это типа странно с точки зрения физики. Это какая-то бессмыслица. Тут есть какой-то трюк. Но так или иначе, у меня нет времени все это проверять. Типа мы хреново деремся. Сейчас я переслушаю, извините. Короче, нужно дать время на отступление, покинуть это место гильдейское и стоять насмерть, ну что-то в том духе, ну, пока отступают другие. Чё, убегать? Мы не можем позволить ей творить, что хочет. Нас не держат всерьез. Хотя бы один раз я должна ее ударить. Один на один еще бы ладно.
Но когда типа начали строиться заговоры, то мы уже проиграли. Надо уменьшить повреждения и отступить. Неожиданно, несмотря на свой внешний вид, у тебя есть ну, ты типа довольно мудрая. Ну и правда, да, по ней не скажешь ее базовому впечатлению, да, о ней, что она способна на такого рода размышления. Ну так или иначе, я вас не отпущу. Я только получила игрушку. Опасно? Как же... Что-то про расстояние она... То ли сократила... Я сначала подумал, что типа, она как она так быстро сократила дистанцию, но вроде бы нет, не то. Ее атаки обязательно попадают, это неестественно. Типа, я вообще-то привыкла получать удары. Не привыкла уворачиваться от каждого удара, и мне непривычно сражаться таким образом. Короче, если ничего не изменить, то мы просто погибнем. У тебя есть возможность отблагодарить их, мудак. Терпеть можно только определенное количество времени. Как же обидно. Что, Сайкё? Она сильнейшая в чем-то, видимо. Но враг обладает очень странными атаками и защитой. Каори, отойди, она же не сможет защищаться и атаковать одновременно. Ты нападай на нее все сильнее и сильнее. И останови ее атаки. Или я буду скорее нападать, точнее, нет, наверное. Принцесска, бафы, накиньте. И подготовьте пути отхода. Да, конечно. Я поняла. Когда наступают такие ситуации, Макото, как всегда, надежна. А я... Что-то... Видимо, к дракам то ли не привыкну, то ли не приспособлена. Так или иначе, хватит плакать. Ну, ныть. Принц, я вам сейчас сделаю путь отхода. Что ты собираешься делать? Я могу что-нибудь сделать? У меня нет времени объяснять. Нас верь и следуй нашим командам. Пожалуйста, принц. Мы защитим свою типа территорию. Или нет? Я не могу смотреть на разрушение территории. Ну ладно. Изо всех сил мы будем бороться. Как мастер, ну как гильдмастер.
Типа, хоть они особо и не думают во время битвы, но какие-то там, не знаю, боевые навыки, инстинкты все же присутствуют. Интересно. Это звери. Инстинкты зверей. Плюс Sky, что там, сила. Сердце всегда радуется, когда встречается в боях, типа, с, ну, с, видимо, с сильными челами. Бой таким и должен быть. Давайте повеселимся. Еще больше повеселимся. Все быстро после закончить, это скучно. Я вас мягко поглажу. Я думал, что мне нужно будет вас мягко погладить, но, видимо, я могу не сдерживаться. Я тоже добавлю боевого духа или стараний. Черт! Это не людская сила. Отразив ее атаки, у меня типа руки онемели. Мне тоже становится веселее. Кори, я сдержу ее атаки. А ты атакуй, когда она будет беззащитна, видимо. Я поняла. Дух помощи — это типа... Точнее, нет, помогать друг другу — это дух в нашей гильдии. Типа, вторгаться мы не позволим, похлопаем по заднице и выгоним. Все-таки вы интересны, продолжайте. Я на вас рассчитываю. Она открылась. Сейчас. Ее типа построение нарушилось. Сейчас, Каори, ведь скорее стойка, наверное. Да, стойка. Да-да. Это конец. Давайте поприветствуем ее. Черт. Чё это? Ага, да, видимо и правда. Дзетай, типа, ну... Обязательно абсолютная атака, абсолютная защита не сработала. Не могу отразить, только увернуться. Раздражает. Это, видимо, навык? Я, мне он нравится? А, нет, одежда. Наверное, одежду повредили. Чего? Из отсчета... Это мелкая кидает копье? Обычно я должна была бы увернуться. Из-за веселья, типа, мои чувства притупились? Или... Или ты какой-то особенный? Чего? Этот взгляд... Не могу подумать, что это просто человек. Это человек. Жадный. И всегда ищет удовольствий. Ну, раб удовольствий. Но это очень интересно. Неужели, типа, ты такой же, как и Величество, особенный?
Нет. Возможно, просто совпадение. Я просто встретил неожиданный удар. Типа я расслабилась. Ну ладно. Узнаю и расследую. Ты. Иди сюда. Кристина тебя хорошо изучит, разрежет на кусочки и все изучит, ну, короче, изучить хочет специфичным способом. Что? Причем тут таракан? А, ко... Переводчик перевел имя Кокора как таракан. Усильте Кокора. Или встаньте перед Кокора. Наверное, усилить больше смысла. Вы усилили меня, господин. Благодаря вам я стала лучше. А то у меня ноги дрожали. Вернулось желание сражаться. Нападай. Вера. Пока на мне благословение господина, Кокора не проиграет. Ха-ха. Ну, типа, гадом обозвала. Ты стала, типа, храбриться, мелочь. Видимо, ты с этим парнем в хороших отношениях. Сила любви. Ай. Типа, из кроличьих делает кабаньями. А любовь тут ни при чем. Это моя преданность господину. Не стесняйся. Жизнь коротка, типа молодая девушка, что-то там. Эй, ты куда смотришь? Твой противник — это мы. Черт. Эти еще раздражают. В этом... Я тут типа окружена, может быть, позволить другим щеликам из Найтмэра сюда ворваться. Не. Что-то там снаружи шумновато. Этот голос. Извините, но время вышло. Было весело, и оно быстро пролетело. О, это. Оно у меня есть. Эй, все, хватит. Все сложили оружие. Прекратите драться. Уже ночь, вы потревожите соседей. Хороший аргумент. Госпожа! Сузуме, ты в порядке? Я слышал, что эти приютили тебя, и я прибежала за тобой. Что здесь происходит вообще? Ты в порядке? Не поранилась? А, это продавец. Продавец? Не помню, что-то. Видимо, в истории персонажа встречались, да?
И вы опять ее знаете, да? Я уже к этому привыкла, господин. Привет, Сарен, молодая бабушка. Или назвать тебя бывшим командиром. Или стоп, командиром или замкомандира? Фкуданчо, да, все-таки вице. Кристина. Я прошла, и мне Найтмэр и другие рассказали, в чем дело. Ну типа, самоволка, бла-бла-бла, и ради меня не отступишь. Да нет, я не против, если честно. Мне, конечно, еще бы хотелось, ну типа, я еще не наелась. Но минимум я выполнила. Было бы интересно раздавить вас всех здесь вместе с тобой, или я ничего-то неправильно понял. Ну и так хорошо. Ну, вроде она собирается все же оставить и отступить. Она популярная. И типа не захочется никому ее трогать. Ради мира в будущем. Я сейчас потерплю. Так или иначе, я сейчас отступлю. К тому же мне тут появилось что расследовать. Эй, маленьких не запугивай. Я доложу обо всем. Не думаю, что тебе типа все не сойдет с рук. Я приму это к сведению, госпожа. Ну, госпожа, как она учёная, да, типа она госпожа высока говорит, если можно так выразиться. Ну ладно, короче, прощайте. Сегодня было довольно весело. Потом еще поиграем. Господа. Ну, короче, бай-бай, да. Эй, ты, стоять! После того, что ты тут устроил, ты что, думаешь, просто ты сможешь уйти отсюда? Макото, хватит. Ушла, и ладно. Так или иначе. Покажи свои раны. Я подлатаю. Каори, ты тоже. Да-да. Но я особо не ранена. И вообще, короче, она была не серьезна. Если была бы серьезная, мы бы тут уже порезаны и были. Правда? Это она поддавалась? Черт. Издевается над нами. Странно, сильно она была. Странно, что она такая сильная. Макото и Каори. Ну, типа, они, наверное, видимо... Короче, вы довольно сильные, как-то все неестественно. Анта, думаю, Найтмэр то,
Теперь я понял. Она, короче, обратилась к ней, типа, видимо, ты имеешь какую-то там связь с Найтмэрами. Это, типа, она с Сарой уже говорила. Я говорю, да-да, типа того, но для начала... Рада, что ты в порядке, Сузуме. Не заставляй меня так волноваться. Госпожа... Я была так напугана. Сегодня... Попала, типа, в такую резню дважды. Думал, с ума сойду. Бедная... Извини, что пришла так поздно. Черт возьми. Не понятно, что творится. Плохое предчувствие. Какое-то время было все мирно. А тут что-то началось. Какая проблема? Типа... За детей беспокоиться каких-то. Будущее каких-то детей. Такс. Какой-то кусочек истории мы закрыли. Давайте здесь я запись закончу.